С 2011 года на территории Амурска действует программа обеспечения жильем молодых семей. Каким образом молодой семье с помощью государства можно приобрести жилье, смотрите далее. В 2020 году счастливыми обладателями сертификатов молодой семьи стали более 40 семей в Амурске. Документ позволит супругам получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Сегодня будет 10-й год, как мы вручаем свидетельство молодым семьям. 146 семей с помощью этой программы улучшили свои жилищные условия. 44 семьи стали счастливчиками, и в торжественной обстановке глава города вручила им сертификаты. Более 20 миллионов рублей в год выделяется для реализации программы. Это средства местного, краевого и федерального бюджетов. Условия участия остались прежними. Это молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и признаны платежеспособными. Возрастные ограничения для участников программы остались прежними. До 35 лет должно быть одному из супругов. А также в программе могут участвовать семьи, где есть один взрослый – мама или папа и ребенок. Социальная выплата направляется на расширение жилищных условий путем приобретения жилья на вторичном рынке, погашение ипотеки или первоначальный взнос на ипотеку, а также строительство дома. Денежную субсидию получателям можно потратить на приобретение жилья на территории Хабаровского края. Здесь же, в Хабаровском крае, для молодых семей существует льготная ипотека всего по 2% годовых. Кто может ей воспользоваться? Это семьи из двух супругов с детьми и без них. Один родитель с ребенком или более детей. Ограничение по возрасту до 36 лет. Ипотека по 2% дается обладателям дальневосточного гектара на строительство дома, покупку в сельской местности жилья, а также новострой. К сожалению, для амурчан в нашем городе нет возможности оформить дальневосточную ипотеку в городе, так как строительство домов у нас не ведется, а на вторичный рынок данная ипотека не распространяется. Яна Кубрушко, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.